доброе утро. Летим в Сакраменто. Прилетели в Сакраменто. Да. Заяц. Заяц, точно. Я сижу, думаю, что за курица. Сакраменто – это большая... столица Калифорнии. Здесь самая большая украинская община в Америке. Ага. Да. Ну, погода нормальная, без шапки нормально стоять. Да, погода супер. Калифорния. Все, едем в отель. Загрузились. Ехали. Ах, недалеко ехали. Ты что, Макдональдс тут рядом? Или показалось? Молдавский ресторан. Скажи, мотор. Мотор. Приехали в Сакраменто покушать молдавский экзамен. И как? Ресторан Молдавинец, где на Сакраменто кофти. Касса Мари. Касса Мари загуглить. Так что, как зама? Ну, не стесняйтесь говорить. Супер, мне сейчас некогда, я переживаю за... Сам концерт не приехал. Я выход в эфир. Это уже по радио идет? Да, это по радио идет, да, эфир. Сейчас у Вани будет прямой эфир. И вот по радио слушаем, уже идет его музыка, пишет. Его музыку крутят. Ну и крутят, да. Вот это музыка. Они, чтобы набрать оливьешка в Калифорнии. А у меня кебабчик. Из Раза Лашу Гелакс. Ага, еще. Отыграли этот концерт. Классно. Едем дальше в Сиэтл. И вот так вот постоянные очереди. Большие очереди. Рассвет у нас. Я хочу спать. Я спал сколько? 2 часа ночи. Уже желудок ноет. И как вы думаете, что я буду кушать? Ну, кто угадает через комментарий? Давай, быстро. Пока я не дошел. Да, правильно, Бургер Кинг. Все пусто. Красавец. Короче, такой же, как в Москве, как и везде. Как в Румынии. Одинаково. Я устал, я ухожу. Ты че раздетый? Почему без шапки? Я же с юга. Я ж с юга. Блин, капец, все, голос изменился. Номера Молдова, значит, наши. Кто выигрывает? Да, по моему пункту. Пока ну. Все сели? Да, теперь сюда все не поместятся. Прилетели. Это наш отель. Чем-то вчерашний напоминает. Сколько у меня? Оп, 25. Оп, 25. Еще 30. 20. Давай, в другой засунь. Походу она доллар с чем-то стоит, доллар 50. Вот и мой номер, сейчас посмотрим, что тут такое. Так, и что тут у нас? Копия вчерашнего номера, просто капец. Вот прям один в один. Также холодильник стоял, кровати чуть-чуть поменьше даже, по-моему, были. Прям аж такие, стола не было. Так, интересно, что там в параше сразу проверить. В предыдущем номере здесь было
умывальник, дверь, и потом заходишь в параж. Идем в буфет. King буфет. Короче, платишь одну цену и выбираешь, что хочешь. Жри сколько хочешь. Интересного. Ну, что-то есть. Че так скромно? Вот что у меня получилось. А у меня? А у тебя что получилось? Ну, у тебя так. У меня по мясу в основном. Я сегодня чикен буду кушать в основном. А вот это интересная хрень. Это типа краб, и в нем какая-то пирожок, блин, запеченный. Сейчас будем пробовать. Что-то не очень. Не очень вкусно, хорошо, что не взял две. Вот это чикен барбекю. Должно быть вкусно. Да, суши ни о чем. Еще курочка с сладким соусом. Где еще такое увидите? Поднос вместо подноса Apple. Идет? Вот эти водоросли, херня какая-то. Я все, иду на второй заход. Ты уже был на втором заходе, я смотрю. Второй заход? Да, надо, надо. А вот он мой второй заход. Обжираловка. Ракушки. Как сопли. Под пиво пойдет. Только правда здесь не продают пиво. Фаланги краба. Мяса в них очень мало. А, в этом много. Лучше кушать мясо. Я не кушаю сладкое, поэтому десерт вы не увидите. Все, я готов. Через часик концерт будет. This is Кобза. Кобза. У меня никнейм в интернете Кобза. Да. И типа вот это инструмент Кобза. И типа кто на ней играет, как гитарист, только Кобза. Давай, дым на воде. Какой тут строй? Скрипичный. Возьми вот так вот. Ага. О, что-то получается. Уже звучит. Все, поиграл. Блин, тяжело пальцем положил. Вот так вот. Еще чуть-чуть и начнем. Нет, не, еще чуть-чуть не начнем, а еще чуть-чуть и мы заканчиваем гастроли. Тоже верно. А ты меня не узнаешь, блядь. Здорово, дорогой. А тебя несет уже. Блин, Николайцев. Чувак, от меня чем только не несет. Ты же какой молдавский пир. Сейчас будем петь в центре Сиэтла. А вы знаете дорогу, куда идти в центр? Мы уже в центре. А, мы уже в центре. Я шел по дороге, да? Продолжай. Что? Я не помню эту песню. Так, а что этой нужно свинье гладить, чтобы было все хорошо в жизни? Я не знаю. Надо иметь такую свинью, наверное. Чтобы было все хорошо. Ну давай, значит, правое ушко на удачу. Хряк, блядь. Оньк, оньк. У каждого свой ритуал. Иду, курю
появились конкуренты. That's beautiful. Just major sevens.